Другое медицинское учреждение, поликлинику на 1000 посещений в смену, теперь будут достраивать МИЧи, компания «Домострой». Фирма принадлежит Павлу Оркишу, сыну известного омского строителя Сергея Оркиша. Компания существует давно, около 9 лет, но хватит ли у нее сил достроить объект, расскажем в нашем следующем материале. Поликлиника на 1000 посещений должна была появиться к 300-летию Омска. Однако из списка юбилейных объектов ее исключили, когда подрядчик, компания Санкт-Петербурга «Современные технологии строительства», бросила объект и обанкротилась. Вокруг стройки развернулась череда скандалов. Задержка зарплат, многочисленные нарушения, возбуждение уголовного дела. Аукционы несколько раз проводились, но результаты чиновниками отменялись. Либо победитель не выходил на объект, либо находились претензии к оформлению документов. Все это время семиэтажный корпус будущей поликлиники стоял бесхозным и даже не охранялся. Здание ветшало почти год. В конце концов, работы вновь объединили в два конкурса. Один из них, почти 70 миллионов рублей на поставку медицинского оборудования, выиграла компания «Медиапарк-2000». А второй – на достройку брошенной поликлиники омское предприятие «Домострой». Цена вопроса – более 83 миллионов рублей. По данным программы «Спарк», 6 лет с момента создания организации за предприятием числились нулевые показатели. Никакой финансовой деятельностью компания не занималась. Подъем начался лишь 3 года назад. Денежный оборот вырос со 169 тысяч рублей в 2013 до 264 миллионов рублей в 2015. За это время «Домострой» реконструировал лицей номер 149, а также возвел школу на улице Мельничная. Социальные объекты компания строила в основном за счет кредитов. Как и в случае с поликлиникой на Левом берегу, не обошлось без банковских заемов. Получается, собственно, средств у фирмы нет, кроме уставного капитала в 30 тысяч рублей.